Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор сюрпризов Шоки Токи и Kids Box по классному мультсериалу Буба. Надеюсь, мы сегодня с вами посмотрим новую коллекцию. Будет интересно, так что скорее подписывайся, ставь лайк и поехали! Знаю точно, что у Kids Box и у Шоки Токи 3D игрушки. А вот Шоки Токи, что у новой коллекции и у старой одинаковые обложки. Насколько я поняла, давайте сразу посмотрим, мне очень интересно. Но яйца свежие, 15.08. Очень надеюсь, что будет здесь новая коллекция. Кто на новую коллекцию уже натыкался, напишите в комментариях. Ага, 3D. Не только 3D, значит, попадаются. Нет. К сожалению, нет, это не новая коллекция. И здесь 2D игрушки. Только 2D, что ли? Или нет? Вот такой вот нам Буба попался. Рожицы кому-то корчит. Хочу гусеницу тогда. Из всех больше всего. Ну, буду надеяться, что здесь и 3D игрушки должны попадаться. Насколько я знаю, что вот эти уже были давным-давно. И сразу же повторка. Что-то начало у нас не очень. Ну да, один в один. Давайте Kids Box посмотрим. Вот здесь 3D игрушка. Мышка нам попалась, хорошенькая такая. Подружка Бубы. Вот такая вот стоит, скромная. Немножко смазанная, но все равно такая милая она. Хорошенькая. И подставочки. Глазки раскрашены ярко. Все, вот! Вот это новая коллекция. Совсем тогда запуталась. Получается тогда в этих яйцах или они в перемешку? Просто Даша как-то открывала вот такое яйцо, и ей попалась там новая коллекция. Ну, здорово. Я тоже здесь хочу гусеничку, такая хорошенькая. Давайте сразу еще Kids Box откроем. У меня сразу настроение поднялось. Что все-таки не промахнулись. О, новая игрушка. О, какой Буба нам в очках попался солнцезащитным. Такие руки у него большие. Сзади кулачком сложил. Не, ну классная игрушка. Согласитесь. Прикольная, да, коллекция? Если все их собрать, все 8. Но у нас есть шанс, если все разные попадутся, то не будет самый такой хороший. Хочу его. Ладно, давайте теперь Шоки-Токи. Может, все-таки здесь не только 2D. Вообще удивили. Обычно там 3D везде написано на коробках. У Шоки-Токи. А-а-а, гусеница. Да? Гусеница же. Смотрим. Тетя. Ой, тетя. Какая-то недовольная. Гнилое яблоко, что ли, попалось тебе? Ну да, она здесь такая же. Недовольная.
Классная такая, яркая. У них, в принципе, мимика похожа. Давайте теперь еще одну. Беззвучное прям яйцо. Та-дам! Я рада. Сейчас посмотрим, какая она тут. Как ее сделали. 3D-игрушки. Ну, такое. Хорошая такая. Глазастенькая. Класс. Главное, что новая. Интересно, они так смотрятся. Тут скромная, крутой, с хорошим настроением. И эти все с перекошенными моськами. О, новенькая. Нам попался ежик. Вот такой вот. Без головы и ножек. Хорошенький все равно. Хорошо прям выполнен. Яркие фигурки. Хоть и 2D. Значит, новая коллекция попадается и в пластиковых яйцах Kids Box. Будем знать. Новый попугай нам попался. Тоже довольно-таки четкая, яркая фигурка. Двухсторонняя, что немаловажно. Вот было бы круто сразу две коллекции собрать. Я, конечно, губу раскатала. Но все-таки шанс еще есть. Маленький, дохленький, но есть. Повторочка. Одну уже точно не соберем коллекцию. Еще один нам. Модник Буба попался. Шоки-токи. Здесь тоже вот так залепили. Попугайчик новенький. Да, вот такой, который тут во всей красе свои перышки демонстрирует на крылышках. Красивый, пернатый. Что-то там прям кучка зеленая собралась. 3D смотрим. Хоть бы новая. Повторка, мышка попалась нам. Наружка. Зато это по качеству, по-моему, получше. Я бы ежик хотела. Хотя бы всех персонажей отсюда. Вот это тоже забавный. В шляпке. Ну, у нас, к сожалению, повторочка. Дальше. Я все пытаюсь найти фиксиков, но что-то пока у нас их не продают, новую коллекцию. Новая с сыром. Буба с целой головкой сыра. Правда, уже кусочек отъел. Но новые? Пока идем. В принципе, шансы есть собрать хотя бы 2D-игрушки. Полную коллекцию. Но я, конечно, сомневаюсь. Но надежда, как всегда, теплится.
Что там? Новый! Буба руки в боки сложил, стоит. Тоже такой крутой парень. Вот у нас 4 яйца шоколадных осталось. Нам 4 игрушек не хватает. До всей коллекции. Держим кулачки. И нет. Нам попался расфуфыренный попугайчик. Давайте эту теперь откроем с 3D-игрушкой. Мышка какая-то сегодня частая у нас. Повторка. Напишите, кто уже открывал новую коллекцию Бубы. Может быть, даже кто-нибудь ее собрал уже. Интересно очень. Кто-то не хочет яйцо открываться. Держите, как слепили от души. Залепили, точнее. Не получается. Так, прорежем. О! Шляпки нам попался. Ура, новый. Вот такой вот. Стоит, о чем-то мечтает. Ножки так поставил. Только ему какой-нибудь тумбочки не хватает. Потому что он явно в позе такой стоит, как будто бы он на что-то оперся и стоит. Мечтает. Или просто всю шляпу заглядывает, что-то там ищет. Это классный. 3 сюрприза у нас осталось. Почему всегда так быстро заканчиваются сюрпризы? Повторка. Ну, ладно, не буду выковыривать. Давайте шоки-токи последние на сегодня откроем. Здесь-то будет, нет. Еще один попугайчик. Да, повторный. И с 3D-игрушкой. Давай, ежик, попадись нам. Это ежика. О, ну новый все равно. Буба-пришелец нам попался. Или нет, Буба-джин. Вот такой вот стоит, руки в боки. Немножко у него нос тут подтек. Ну, а так. Видно, да, что вручную раскрашенный. Прикольная коллекция. Вот такие классные игрушки нам сегодня попались. Больше всего мне понравились мышка, хоть она у нас и частая, гусеничка, буба в шляпе и 2D ежик. А тебе кто? Напиши в комментариях. Если понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!